Не надо, чтобы только машина проехала, грузовая, чтобы я погрузила вещи. Больше мне не нужно. Мы вас трогать не будем. Ну я же говорю, я слышу, что вы стреляете, а я же не знаю, откуда. Что он орёт? Что он орёт? Тихо. Чего вы, блядь, орёте, сука, а? Потерпевший, чего вы орёте? Не кричи на людей. Быстрее, батя, быстрее, без остановки, а? Так, что-нибудь с минами будем делать? Мы со стороны. А где они? Вот они. По 4 мины в ящике. Это 120-е. 120-е. Ящик там, давай проводить там. Да, сбитые, они идут без этих, наверное, да, кончили. Короче, грузим мою. Куда ты вдвою загрузишь? Нахуй мне ящик, я без ящика. Ничего не будет. Давай, открывай. Так а что, ящика пустого нету? Вон, блядь, танковый снаряд в ящике. Фишку надо выставить, парни. Надо фишку выставить. Одного выставьте фишку. Давайте, грузите сюда. А? Раскладывай сиденье. Подъедь к машине. Батя, не дотянешь. Поднимайте сиденье, я пошел на угол, никого нет. Блять, это пиздец, я охуеть, в машине все, тяжело сиденье пойдет. Подожди. Давай. Еще. А я не взлетательный, это не взрывательный. Аккуратнее, чтобы он не взорвался. Это ведь там фатальности стоят, да? А? Фатальности кресты стоят. Что кресты переключаешь? Осколок или фугас? Нет, кресты стоят. Есть два, есть три креста нам на это. Вот они. Я слышу кто-нибудь, прием. Ответь ему. Я слышу. Забираем все равно, взрыватели бьют. Понаходим. Без забивных, без этих. Забираем, да? Выкидных, блядь. Да. И взрывателей, блядь. Забираем. У вас здесь что-то поделать можно. А чем они вообще залиты? Контрафит. Вон еще две люди. Ой, стаканы. Блядь, пусть валяются. Литы. Это мы туда попадем, им подарок будет. А? А вот он. Ну вот, ну им осталось три штуки забрать. Эти пустые, да? Да. Ну, пойдем. А кто пожарный?
Что-нибудь, есть какие-нибудь шмотки на туда кинуть? На? Иди сфотографируй. Ну, хабар, что, нормально. Ну, вот то, что оставили, господа, укрынам. Трофеи. Ну, это как бы укры такие харьковские. А, всякие. А мы не знакомились с ними. Ну, да. Не успели. Ну, будет еще случай, я надеюсь. Конечно. Это окраина станицы Луганской. Укры вчера обстреляли, они бросили блокпост. Да, все. Вот как памятник. Славику команду и уходим. А то, что в этих ящиках, Валерия? Вызываю Славу? То на танк. Вызываю Славу? То, по-моему, на танк. На танк все смотрели, на танк. Ну, это молодежь написала. Россия класс. Вызываю Славу? Да, да, вызывай. Слава, отходим, Слава, отходим. Принял, давай, давай. Танковые тоже, да? Танковые? Да, Сеня, да, вызывай, покажу, сними. Ну, все, отходит. Братик, хочешь, сними. Покажу. Это танковые? Да. Ну, полный грузовик этих танковых. Вот. Ну, нормально. Фугас и подкалиберная. Нормально. Потом приедем, заберем. На ЗУшку боекомплект снимал? Ну, нет, сейчас снимал. Вон идет может, уже. Может ее как-то сложить и забрать. Это боекомплект на ЗУ. Вот этот стопор должен быть задвинутый, и оно пойдет вниз. Потом звушку поднимаешь, колесо раз и стало. А за что цеплять есть? Сейчас пойдем, больше цепного дотянем до поста. Вот она, смотри. Вот этот палец, он так и должен отсюда. А это для хуя, гидравлика. Да, гидравлика, а он когда едет, амортизирует. Друг, на резину это помогают. Там у меня ребята, кондуктор, я на них дал. Нормально, чехол. Мы сами катали, тут тебе недалеко, вон до Москвы. Мы фашистов отогнали, что тебе надо? Давай, ну, давай. Давай, аккуратненько, тихонечко. Тихонечко только. Это круто, заклинил, не стыдно? Баба с яйцами. Давай, 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 нормально. Да, нормально, езжай. Ну что, поехали, фишки нет. Все, поехали, там никого нет. Спецы поехали. Сейчас приедут, разберутся на. А Зарю вызывать, это весь их хабар. Так, выключаюсь.